Во, продолжение темы. Сначала мигалка желтая, а потом приедет синяя. О, ребята, как здесь хорошо возле моря. Это капец. Смотрите, какие дороги. Специальная машина есть для укладки этой брусчатки. Только где ужары вручную выкладывают. А, точно. Гостиница очередная. Сегодня на работе думал, умру. Жарища. В тени 34. Еще этот газ воняет. Из-за идиота промудохались целый день. Да, час переработали. Сейчас своих дам угощу мороженым. Попьем что-нибудь холодненького, покупаемся. Ну, я покупаюсь. И спать. Вот так вот. Все, пока. Будет что интересное, снимем.